Всех приветствую, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Малфой. Хотя, извините, с вами я, генерал Малфой. И в данном видеоролике я вам расскажу о войне ютуберов, там, где я буду проявлять себя в роли генерала, шо это полетело. Желаю тебе приятного просмотра. Как вы уже поняли по названию данного видеоролика, я принимаю участие в войне ютуберов на проекте Триумф РП. Сразу говорю, это будет полнейшая жесть, потому что я буду лидером армии, я тут всю армию построю, будут тут у меня все полы драить, туалеты, унитазы, ху. Короче, вы поняли. Буду я себя проявлять в роли генерала, там, стример жился в роль, все это будет на стримах. Происходит война ютуберов. Собственно, я буду держать фракцию ЛВА, это СВ, простыми словами, сухопутные там войска или что там. Там, кстати, какая-то движуха уже происходит, но это не суть. Если данное видео ты смотришь примерно в 13 числах февраля 2019 года, то ты можешь принять участие в этой вот войне ютуберов. Короче, эти вот поганые гетовцы будут нападать на склады ЛВА, вот там вот наши склады, они будут тырить у нас маты. А я, собственно, со своими подписчиками, с вами, зрителями, подписчиками, надо танк взять, чтобы, там, немного придать. Почему я не могу танк взять? Короче, нельзя тяжелую военную технику, даже генералу запрещено брать танк. Короче, ребят, я рассчитываю на вашу поддержку. Обязательно, вот каждый из вас, кто смотрит данный видеоролик, кто желает реально провести хорошо свое время, красивенько почилить его вот на сервере, поучаствовать в войне ютуберов, и самое главное, получить море удовольствия, и еще главнее этого, помочь мне, потому что ваша поддержка мне очень сильно важна. Каждый... Кто там может, у кого получается, кто хочет провести, еще раз повторюсь, хорошо время. Регайте аккаунт на TriumphRP, обязательно хэштег Малфой промокодик и ник Дмитрий Малфой в поле пригласившего игрока. Быстренько проходите квесты, там получаете быстренько второй левел, там можно за пару, ну вроде 2-3 часа, и думаю, с квестами ты все пройдешь и апнешь свой левел. И быстренько дуешь мне в армию. Я буду стримить каждый день, поэтому готовься на экшон. Первые стримы будем, так скажем, ознакомливаться с этой вот армией, что да и как, буду инвайтить, а уже потом будет настоящий стример вжился в роль. Короче, будет интересно, я надеюсь на это. Я приложу все усилия, чтобы и было и мне интересно играть, и вам интересно играть. И самое главное, я рассчитываю на вашу поддержку. Многие сейчас напишут, почему Триумф, почему не Адванс. Ну потому что на Адвансе вот такое вот не происходит. Если бы было бы такое на Адвансе, я бы с удовольствием поучаствовал бы на Адвансе. А так, сейчас это война ютуберов на Триумфе, поэтому я жду именно тебя. Если у тебя реально есть возможность, заходи и помоги мне. Буду тебе безумно благодарен. Будем этих вот гетовцев вот так вот раздал. А так, инвайт со второго уровня принимаю, будет полнейшее мясо, будем развалить этих вот гетто-тащеров, там какой-то там Вака Энкор и другие челики, будут лидерами банд. А я, собственно, лидер армии. Я не знаю, что еще можно сказать, буду безумно благодарен за твой лайк. Если у тебя есть возможность мне как-то помочь, зайти на сервер, поучаствовать в этой вот войне, помочь растащить этих вот гетовцев, потому что их будет очень много, будет очень сложно, но я надеюсь, я справлюсь. Но справлюсь благодаря вашей помощи, я на вас надеюсь. Ну а если вдруг у вас там, ну вдруг не получается, там, например, компьютер сломался, что-то еще, вы можете за этим всем наблюдать, стримы будут каждый день на протяжении, думаю, около недели, если все будет хорошо. То есть война ютуберов и будут все время стримы каждый день, поэтому ожидайте полнейшее мясо на проекте Триумф РП. Война будет, надеюсь, интересная, я тоже для вас кое-что приготовил, главное время, ждите. Всех жду на Триумф РП, война ютуберов уже сегодня. Когда ты посмотрел этот ролик, она уже идет. Все есть в описании, братик, дерзай. Если у тебя есть возможность мне помочь, я тебе буду безумно благодарен. Обязательно пишите в комментариях, кто выиграет в этой вот войне, гетовцы или генерал фельдмаршал Малфой, а? Вот, кстати, звучит. Генерал фельдмаршал... Фельдмаршал Малфой. Короче, звучит. Также пишите, кто собирается мне помочь. Я буду безумно благодарен тем людям, которые хотя бы выделят мне пару дней и помогут вот этой вот битве ютуберов, чтобы я был самый главный и затащил всю армию. Короче, пацаны, дерзайте, ждите охерительный контент, война ютуберов, все дела там, движуха, йоу-йоу. Обязательно пиши свое мнение по данному поводу в комментариях, как ты думаешь, кто выиграет, я или гетовцы. И жду тебя на Триумф РП. Все, братики, я погнал, собственно, готовиться. Там надо зарядочку там делать. Да, короче, пошел я готовиться к этой вот войне. А ты лайкосик и комментарий по данному поводу обязательно. Жду тебя на Триумфе, жду на войне ютуберов. Обязательно растащим вот этих вот гетовцев. Хм.